родился довольно поздним ребенком, и поздним ребенком у своего отца. Отцу было за 60, когда родился Георг. И звали, кстати, отца тоже Георг Гендель. Георг Гендель, старший, человек с закаленным характером. Во-первых, он прошел войну, он был военным врачом, то есть дисциплина жесточайшая. И примерно в такой же дисциплине он и выращивал свое любимое дитя, позднее, маленькое дитя Георга Генделя-младшего. По представлениям своего отца, Георг должен был стать не медиком, а должен был стать юристом. И отец говорил маленькому сыну, говорит: «Жорик, музыка это не профессия, это не то. Иди-ка работать на юриста. Это всегда прибыльно, это всегда деньги, это всегда востребованность, и самое главное, что это всегда статус». А сам отец этого статуса добился. Он был одним из главных, одним из лучших стоматологов города. Ну, согласитесь, это довольно статусно. Однако любовь к музыке, а эта любовь, видимо, была где-то внутри, эта любовь была предопределена свыше у Георга. Он, как гласит красивая довольно легенда, мы не знаем, можем мы это подтвердить или опровергнуть, к сожалению, никак, но легенда такая, что якобы Георг, как и любой маленький ребенок, естественно, был очень пытливый, и как-то на своем чердаке увидел какой-то маленький клавирчик, спиннер такой, такая коробка с натянутыми струнами и с клавишами. Она довольно маленькая. Ну, как бы сегодня мы назвали это игрушечный синтезатор. И вот там вот ночью, пока отец не слышит и не видит, маленький Георг со свечкой приходил туда, на этот чердачок, и стал подбирать какие-то мелодии. Вот, отец, естественно, это слышал, ругал своего маленького ребенка, но об этом узнали родственники его матери. И тихонечко, когда Гендель у нее гостил, они очень тихо, очень скрытно давали ему какие-то первые уроки музыки. А вот когда Георг окончательно повернул свою жизнь в сторону музыки, это тоже был определенный случай. И случай был такой. Как-то своим отцом он гостил в другом городе у своих родственников. Естественно, Германия – это что такое? Это протестантская, лютеранская страна, где очень чтут религиозные традиции, религиозные обряды. Естественно, это обязательные воскресные богослужения, а в лютеранских храмах – это что? Это обязательно орган, тем более уж в немецких, где органные школы развиты в совершенстве. И вот служба закончилась, отец подходит к правителю того города, чтобы с ним поздороваться, ему какую-то передать ему какой-то поклон. И тут в храме раздается просто какой-то ужас. Звучит на максимальной громкости звучит орган. Все страшно испугались, что это такое, подбежали к органу, а там сидит маленький Георг и начинает что-то играть и импровизировать. Правитель города властным голосом восклицает: «Чей это ребенок?» Отец, естественно, понимает, что это катастрофа, сейчас нас выгонят. Точнее, нет выхода. Естественно, он говорит, что это мой сын. А что правитель говорит? Он занимается музыкой? Нет, мы не отдавали его музыкальным мастерам. На что правитель сказал: сегодня же отдать. Ну, государственное слово есть государственное слово. И по прибытию домой, себе, в свой город Галле, отец отдает маленького Георга музыкальному мастеру, где он в первую очередь осваивает орган, скрипку, ну, это традиционный набор: орган, скрипка, клавесин, клавирные инструменты родственные, обязательно гобой. Как я уже сказал, это один из самых любимых инструментов Генделя.
К сожалению, к возрасту около где-то 16-17 лет отец Георга умирает. И в память о своем отце юный совсем Георг поступает в городской университет и все-таки получает профессию юриста. В память о своем отце. Причем он это сделал абсолютно не то, что не случайно. Это опять-таки была какая-то предопределенность, потому что юридическое образование Генделя еще сыграет и неоднократно очень важную роль в его жизни. Она его спасет от очень многих проблем. Но и сформирует, это очень важно, сформирует определенный тип мышления у Генделя. Он получил юридическое образование, посмотрел на небеса, сказал: «Папа, я выполнил свой долг и пошел работать в оперный театр». Оперный театр, вообще совсем опера, это тоже важная информация. Опера в Германии была запрещена. Дело в том, что лютеране, люди консервативно верующие, и все театральное, все пафосное, все яркое, все развлекательное было в протестантской стране запрещено, и только в единственном немецком городе, в Гамбурге, существовал оперный театр. Да, он, может быть, был не такого блестящего уровня, как итальянский театр, но тем не менее, и Генделль идет работать туда и садится в оркестр. Вот там-то он знакомится с одним из главных своих жанров, жанром оперы. Именно там, совсем юный, чуть ли не 20-летний Генделль начинает свою пробу пера. Он пишет свои первые оперы. И опять-таки судьба играет очень большую роль. Эта судьба сводит в этом городе, в Гамбурге, однажды итальянских послов, которые путешествовали в одну из северных стран и остановились в городе Гамбург. Ну, естественно, какие итальянцы без оперы? В первую очередь они идут в Гамбург смотреть оперу. В этот вечер, когда эти послы пошли на этот спектакль, давали именно одну из первых опер Генделя. Они были настолько потрясены этой музыкой, что один из этих послов подошел к совсем молодому юному композитору и сказал: «Тебе на сборы 2 часа, ты едешь с нами в Италию. Мы везем тебя учить писать оперы». И Гендель, не раздумывая, его ничего не держит. Он еще не обременен семьей, и, кстати, не будет обременен. Это тоже одно из важных жизненных обстоятельств. Он уезжает на 3 года в Италию. Что он делает в Италии? Он посещает все оперные столицы. Это Венеция, это Флоренция, это Неаполь. Он учится у самых лучших мастеров. Он учится у самых лучших оперных композиторов. Это Скарлатти, это Скарлатти, это Вивальди. Правда, не у самого него учится, но на его партитурах он смотрит его оперы. Многие-многие другие композиторы. Он посещает, естественно, и столицу, духовную столицу Европы, Рим, где он знакомится с другим жанром, который также станет основным и очень важным в его творчестве. Это жанр оратории. Там-то он и пишет свои первые оратории, под которые умиляются и плачут сами кардиналы Папы Римского. 3 года обучения прошли. Кстати, итальянцы его приняли. Они к немцам-то не очень-то хорошо относятся. А тут Генделль проявил весь свой талант. Это был первый иностранный композитор, которого итальянцы признали. Признали чуть ли не своим. Это тоже важный фактор. 3 года проходит, и он возвращается в Германию, но он понял, что он со своими операми немцам абсолютно нигде не нужен. И он устраивается придворным композитором в город Ганновер, ганноверскому курфюрсту Георгу. И там он пишет преимущественно инструментальную музыку, но Генделя это тяготит опера. Потому что опера – это очень выгодный материальный жанр. О нем мы еще скажем. Во время службы у ганноверского князя, курфюрста точнее, он посещает Лондон. А в Лондон он посещает с той целью, чтобы поставить там одну из своих опер. Это опера «Ринальда». Это одна из первых
гендельских опер, которая была поставлена в Лондоне. И там она получает грандиознейший успех. За счет чего? За счет невероятного итальянского блеска. Вот этот блеск сейчас нам представит народная артистка Чуваши Маргарита Финагентова, но в соревновании со скрипкой, партию которой исполнит артистка симфонического оркестра Чувашского государственного театра оперы и балета Марианна Архипова, и в соревновании с фаготом, партию которого исполнит Кирилл Жарков.